В доме Бейонсе и Джей-Зи за 2,5 миллиона долларов произошел пожар. Есть подозрение, что причиной инцидента стал поджог. В минувшую среду в Новом Орлеане, штата Луизиана, США, в старинном особняке, принадлежащем Бейонсе и ее супругу, рэперу Джей-Зи, случился пожар. Как сообщают СМИ, сигнал о возгорании на местный пункт пожарной связи поступил в 18:15 по местному времени. На место оперативно прибыли 22 пожарных и спустя 2 часа ликвидировали огонь. Как сообщает New York Post, ущерб, который пожар нанес изданию, незначителен. Кроме того, как сообщает издание TMZ, свою роль сыграла качественная пожарная сигнализация, которая моментально оповестила пожарную охрану. Если бы спасатели не попали туда вовремя, все могло быть намного хуже. Это исторический дом, приводят слова представителей пожарной службы СМИ. Официальные источники также уточнили, что во время пожара ни один человек не пострадал. Причины возгорания выясняются, хотя канал VG Now сообщает, что незадолго до пожарной тревоги в полицию поступило анонимное сообщение о подозрительном человеке, который был замечен на прилегающей к особняку территории. Имел ли место поджог, полиция сейчас выясняет вместе с пожарными. Примечательно, что неизвестно, как часто Бейонсе и Джей-Зи бывают в этом старинном доме. Особняк с 6 спальнями, бассейном, лифтом и спа 1927 года постройки и функционировал как Вестминстерская представительская церковь. Общая площадь дома – она 1200 квадратных метров и предполагаемая стоимость – около 2,4 миллиона долларов. Большую часть года знаменитая пара, которая недавно купила самый дорогой автомобиль в мире, живет в Лос-Анджелесе в своем доме за 90 миллионов долларов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.